Добрый вечер, жители Алматы. Я, скрипачка Маюко Кацумура, услышала новость о концерте, посвященном дню рождения Газизы Жубановой. Я бы очень хотела приехать в Алматы и вместе с вами насладиться этим концертом, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Поэтому я отправляю вам это сообщение прямо из Токио, Японии. Впервые я услышала скрипичный концерт Жубановой ровно год назад. И в этом году, 2023, мы провели концерт в Казахстане в честь культурного обмена между Казахстаном и Японией. Тогда передо мной встала задача исполнить казахстанскую музыку на скрипке. Я начала искать подходящие произведения, так обнаружив скрипичный концерт Жубановой. Ее творчество напомнило мне моих любимых советских композиторов по интенсивности и энергичности ритма. Но в нем также присутствует уникальное азиатское звучание, особенно в начале первой части. Когда я впервые это услышала, я ощутила атмосферу казахских степей. Это было невероятно освежающе и вдохновляюще. Как такая же азиатка, я была поражена этим произведением и сразу захотела его исполнить. Это стало незабываемым опытом. В будущем я хочу продолжать исполнять произведения Жубановой и в Казахстане, и хочу, чтобы как можно больше людей в Японии узнали о ее скрипичном концерте и других ее произведениях. Желаю вам провести сегодня великолепный вечер на концерте.